Партнер рубрики – стоматологический центр «Лана». Лечение и протезирование зубов со скидкой 20% только до 15 мая. Помните, совсем недавно мы рассказывали про то, что нужно откладывать деньги. 10-15% сразу после зарплаты, а не после того, как все потратите. Но вот теперь точно помните. Так вот, вроде бы вопроса, зачем откладывать, возникать не должно. Но как показывает практика, далеко не все наверняка знают, что такое финансовая стабильность. С житейской точки зрения, это когда тыл прикрыт, и вне зависимости от того, как складывается твоя карьера, ты можешь в случае острой необходимости закрыть не только базовые потребности. Важно понимать, что в жизни всякое бывает, и подстраховать себя на 100% могут только волшебники. Так вот, именно на такой случай вы и должны формировать подушку безопасности в виде отложенных средств. Ну а примеры того, как она выручает, думаю, есть у каждого. И еще одно, но очень важное. То сложное время, что потребует от нас наличие финансовой подушки, опасно тем, что без ее наличия мы будем вынуждены сразу же бросаться в омут с головой в поиске новой работы для покрытия старых обязательств. Но как раз в этот момент лучше крепко подумать, чем бы вы действительно хотели заниматься дальше и выстроить осмысленные, а не вынужденные планы на карьеру и дальнейшую работу. В прямом смысле, с помощью накопленных денег вы даете себе время. Время – деньги. Помните? А я напомню еще одно. Не деньги делают нас счастливыми, а умение ими правильно распоряжаться. С вами были Игорь Ганин и «Правила денег». До встречи!